Thank you.
В 2005 году духовник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры Санкт-Петербурга архимандрит Елиазар начал создание любительского церковного хора. Мирян, желающих учиться, поначалу было мало, ведь впереди ждал не свет софитов, а долгие репетиции. Такое послушание было большим испытанием, но в то же время и радостью для тех, кто мечтал петь в храме. Вообще создание хора было очень удивительное, потому что никто из певчих, которые сейчас находятся в коллективе, не думали, что когда-то они будут петь в таком коллективе и петь в Санкт-Петербурге, в храме. Получилось так, что однажды наш духовный отец, архимандрит Елиазар, обратился и сказал: «Вы знаете, нужно поехать вот Иоанна Богословский и Череменецкий монастырь, ну и попить там службу. А кому нам, мы не знали. Ну вот, назвал трех человек. Ну, мы сели в машину и поехали. Приехали, пропели службу. Приезжаем, ну как, ну что, понравилось, не понравилось. Ну, как-то так, вот такое ощущение, потому что мы первый раз к этому соприкоснулись. Он говорит: ну вот сейчас нужно каждую неделю ездить туда петь службы. А как каждую неделю? У нас же семьи, у нас же работа, у нас же свои какие-то домашние дела. Нужно постараться». И вот с того времени мы начинали с трех человек, наш хор. Сейчас наш хор насчитывает около 20 человек. Я повторюсь, что это любительский хор. Почему? Потому что люди, которые приходят петь в этот коллектив, они с особой любовью, что ли, бескорыстно, добровольно вот собираются два раза в неделю, изучают церковное пение, чтобы вот как ангел на небесах поют хвалу Господу, так и певчие нашего хора стараются прославлять рожденного в Вифлееме. Бессменным руководителем-регентом является Ирина Валентиновна Прусакова, которая много сил отдает созиданию хора. Благодаря ее умению и терпению коллектив совершенствуется и постоянно растет в своем мастерстве. Наверное, для меня это в первую очередь большая ответственность. Большая ответственность и воспитание любви, кротости, уважение к тем людям, которые приходят к нам в коллектив. Потому что люди приходят совершенно, есть, которые не владеют музыкальной грамотой. Они не знают, что такое, ну так, не что такое нота, а вообще не знают, где находится нота. А мы поем, в общем-то, по нотам. И, конечно, я безумно радуюсь, когда они начинают петь и понимать, что они поют. Вот у нас есть концертный состав, который уже более-менее, да, вот поют, и мы выступаем на концертах. А есть остальные певчие, которые поют в храме. То есть все, кто ходит заниматься пением, они все поют в храме. И я очень надеюсь, что все, кто поет в храме, скоро будут петь на концертах, на концертных площадках и радовать вот этим соприкосновением духовной музыки, дарить свою вот именно радость и любовь и понимание этих песнопений. Певчие очень ценят свой коллектив. Архимандрит Елиазар меня наставлял, что клирос – это жребий. То есть те люди, которые стоят на клирос, это избранные Богом люди. И необходимо прилагать все старания свои, все настойчивость, все свои силы для того, чтобы прославлять Творца голосом, как он говорил. Поэтому это занятие уже больше, чем хобби стало. И остается только вот добавить, что коллектив, в котором я пою, он так связан тесными узами дружбы и любви, и помощи друг другу, и заботы друг о друге, что это уже целая жизнь. И новенькие певчие, которые вливаются в наш коллектив, они не могут этого не чувствовать, и они остаются как в христианской общине. Название нашего хора «Астрон» означает «созвездие». Это не то, что мы все звезды музыки, которые здесь поют. Это означает, что мы стремимся все выше, чем к звездам, мы стремимся все к Богу. И, наверное, должны быть так же высоки. Глеб, слова народные, гимн великому городу. Державный
Отец Елиазар, отошедший ко Господу в 2011 году, был наставником для участников хора и духовной опорой. Он тщательно подбирал произведения классиков духовной музыки – Бортнянского, Львова, Чайковского, Виноградова, Шишкина, Архангельского и других известных авторов. Никакой самодеятельности в хоре не бывает. Все канонически выдержано. Безусловно, он и корректировал и песнопение, которое мы поем. Конечно, давал сначала попроще песнопение, а потом всегда говорил, а вот нужно выучить «Ирмасы Львова». Потому что в Петербурге пели только эти ирмасы. Безусловно, сказано, сделано, мы выучили ирмасы Львова. А вот нужно попеть произведение Бортнянского, Архангельского. И сейчас у нас стоит задача, вот он нам сказал, что нужно выучить концерт Дегтярева на празднике. Это очень сложная музыка, но тем не менее могу порадоваться, что на Рождество концерт выучили, к Пасхе мы сейчас готовим концерт, к Троице мы тоже выучили концерт. То есть мы движемся по тому направлению, которое нам определил архимандрит Елиазар. В хор «Астрон» приходят и новые люди, мечтающие стать частью коллектива. Когда присутствую на концертах хора «Астрон», конечно, я чувствую отраду. Эти песнопения, они именно вдохновляют своей молитвенностью, своей искренностью, прочувствованностью этих песнопений, тем, что исполнители осознают смысл произведений и умеют преподать их окружающим. Два года с благословения отца Елиазара хор организует благотворительные концерты, посвященные главным церковным праздникам, предоставляя социальным группам бесплатные билеты. К сожалению, для нефинансируемого никем хора эта задача нам показалась непосильной, когда мы получили на это благословение. На это архимандрит Елиазар нам сказал, что будут появляться люди, которые будут нам помогать. И спустя время эти люди действительно приходят, и не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. И благодаря этим людям случаются концерты. Духовные чада с теплотой в сердце вспоминают своего духовника, который открыл для них новый прекрасный мир. Ту поддержку, ту духовную радость, ту любовь, которую он нам передавал, наверное, через пение мы передавали людям, которые приходят в храм, в котором мы поем. Потому что, вы знаете, как говорил архимандрит Елиазар, он говорит, что православие – это очень радостная религия. И когда человек приходит в храм, он должен найти там либо утешение, либо радость, что он смог прикоснуться, да, к Господу. И вот именно через песнопение, через духовную музыку это можно передать. И именно этому нас учил архимандрит Елиазар. И именно любви, которая несет в себе православие.